Два маленьких кусочка булочки кладу в миску и заливаю молоком. Для фарша возьму обязательно зелень. Сегодня у меня укроп. В фарш обязательно добавляю черный молотый перец и соль. Булку в молоке, которую замачивали, перекладываю в блендер и добавляю одну луковицу. Просто разрезаю ее на 4 части. Измельченную массу из блендера перекладываю к фаршу. И теперь все хорошо перемешиваем. Теперь из фарша делаем вот такие небольшие брусочки. А теперь нам нужен вот такой красавчик бекон. Брусочки из фарша заворачиваем в бекон. Выкладываем рулетики в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите, какие получились румяные красавцы. Пробуем скорее рулетики. Что получилось? Совершенно просто готовится. Очень здорово. Я вам скажу, что если вы это приготовите на какой-то праздничный стол, ваши гости пока все не съедят, они не уйдут. Очень вкусно. А еще это можно вот так вот с соусом, которым с вами недавно готовили. Отличный томатный соус. Ссылку я оставлю внизу под видео. Давайте готовить вместе. Вкусно, быстро и просто. Подписывайтесь на наш канал. Приятного вам аппетита. Прошу к столу.